Здравствуйте, меня зовут Михаил, мы находимся в магазине Миргаза. Сегодня я хотел бы рассказать о котле Lemax Premium 20M. Итак, поехали! Почему Lemax Premium 20M? В отличие от других котлов, серия Premium с индексом N оснащена газогорелочным устройством с автоматикой SIT 820 NOVA, которая позволяет подключить к данному котлу турбонасадку, а также комнатный термостат. Также данный котел оснащен своим собственным термостатом, который позволяет регулировать температуру теплоносителя с точностью до 1 градуса, что позволяет выбрать наиболее оптимальный температурный режим. Для начала мы снимем кожух котла, что позволит нам увидеть сам теплообменник и автоматику безопасности, состоящую из датчика перегрева теплоносителя и датчика перегрева дымовых газов. Но перед тем, как это сделать, мы рассмотрим элементы, находящиеся на верхней съемной крышке котла. Это термометр и термостат, о котором я уже говорил. А вот и сам теплообменник. Он является вертикальным жаротрубным. Из стали, покрытой антикоррозийной эмалью и ингибирующим составом, что защищает его от агрессивных факторов, таких как растворы солей и минеральных масел. Здесь мы еще видим те самые датчики по перегреву теплоносителя и перегреву дымовых газов, которые подключены к автоматике, находящейся на газогорелочном устройстве, которое, кстати, сейчас мы и извлечем. Газогорелочное устройство ГГУ-24М оснащено горелками Polydor, конструкция которых обеспечивает саморегулирование подачи воздуха при изменении давления газа, подаваемого на них, для обеспечения правильной концентрации газовоздушной смеси, необходимой для горения. А вот и сама автоматика SIT 820 NOVA, состоящая из нескольких элементов, таких как электромагнит, который находится внутри нее, кнопка пьезовоспламенителя, термопара, ручка управления, запальная рамка, на которой находится электрод розжига, сама запальная горелка, многократная термопара или термогенератор, который служит для открытия клапана на основные горелки, а также оголовок термопары, служащий для контроля пламени на самой запальной горелке. Все, что я вам рассказал о данном котле, делает его одним из самых популярных, а главное доступных в своем классе. Данный котел идеально подходит для систем индивидуального отопления. Ну и, наверное, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо. До свидания. Не забываем про большие пальцы. Ну и, конечно же, подписываемся.